Гражданочки, это снова я. Анонс новинок. Все то, что обещал показать, показываю сейчас. Что же будет в ближайшем будущем? Вот в основном, конечно же, это, конечно, интерес, что же в пакете. Вот, например, ляньте. Это вот какой-то интерес вызывает. Скажите, кто это может быть? Откуда нам знать? Потому что что? Потому что мы максимально заработались и даже не можем понять, из чего это сделано. Вот это вот, это будут мы, гляньте, вообще сковородки уматовые, я вам так скажу, гражданочки, здесь одна сковородка лучше другой. Вот это вот, например, вещь, это всем вещам вещь, она как чугунная, проэмалированная, поняли? Это будет. Чуть-чуть так чисто снимем пыльцу и все на полке, да, как вы любите. Сюда убираем, смотрите. Вот эти вот картинки будут. Картинки вообще маслом рисованы. Вы же видите, как настоящее что-то. Какой-то вот зимний пейзаж. Обратите внимание, если вот так поближе, гляньте, как фокусирует камера. Словно мы попадаем в именно тот самый лес с зимним пейзажем. Ну это будет. Будет мы чуть-чуть, гляньте, видите, а тут еще какие-то картинки. Короче, картинки. Будут картинки, тут картинки, там. Вот это же будет, видите, орол. Здесь вот какие-то моменты. Сюда посмотрим, что тут у нас, да? Рыба, поняли? Ну, как раз этот пакет можно было особо и не вскрывать, потому что тут вы сами знаете, что. А вот это вот, например, смотрите. Вот эти вот моменты. Тут даже и смотреть-то не наше. Анонс и не анонс, да? Какой-то вроде как... Ну, вот эти вот будут карандашики, там покажем, расскажем. Давайте, вот эти тетрадки, кстати, вы же видите вообще, коробки. Вот эти коробки, карандашей насували. Смотрите, вот эти коробочки, они просто вот, просто коробки. Ну, какая разница, коробки и коробки, правильно? Вот с карандашами коробка. Я вам сейчас открою, видите, такие вот новые, новье. Вообще не струженные и не стриженные, как вы любите. Все ж вам, все ж потом. Вы ж впоследствии будете принимать на себя все это. Вот карандашики-то хорошие, глянь, как нарисовано. Все будет ваше. Линеечки, ай да линейки все советские. Интересные, хорошенькие линейки. Смотрите, тетрадки. А это ж все того времени. Это не просто так тетрадь тетрадью. Видите, клеточка, линия, линия, клеточка, линия, клеточка. Косая, косая, косая. В любом случае, ваше будет, видите. Такие вот моменты. Сохранились, да. Видите, как хорошенькие. Тоже будут. Да покажем. Потом, я не знаю, почем. Там еще надо определиться, зайти, посмотреть, что почем продают. Понимаете? Это же не так, что вот мы там захотели и поставили цену. Мы любим так, чтобы мы, типа, знаете, пальцем в небо прикинуть. Вот какая-то бумага будет. Для пишущих машин. Говорят граждане, что вся бумага для пишущих машин подходит. Знаете для чего? Не знаете, а я знаю. Она может подойти как пергамент. Вот внутри они... Давайте вскроем. У нас же обзор. Обзор, обзор. Вот сейчас я возьму вам вот тут вот. Типа надорву. Или здесь может быть, да? Видите, как тут... Давайте посмотрим. Если вас заинтересует, вы можете взять на небольшие противни. Они подходят. Прямо от... Как бы так сделать, чтобы вам надорвать и показать. Вот пергамент настоящий. Вот, смотрите. Видите? Нет. Это не тот. Не тот пергамент, который мы думали, что пергамент. Короче, это просто бумага, где мы, поняли, ценники на ткани набиваем. Ну, такое, знаете... А сказали это то, что сказали. А мы откуда знали? Мы-то думали, это вот эта бумага. Поняли? А в очередной раз нас обманули. Вот, эта бумага, это та бумага, которая мы за нее же говорили. Вот она. Смотрите, сейчас я вам покажу. И она как раз вот это, ее размер вот этот большой. Тут 2 А4 формата. Вот так вот, если раз. Видите, А4 раз. И вот А4 типа 2. Большой, на противень. И вы вот это вот как пергамент поняли, использовать можно.
Вот. И эти листы, они не прилипают, не пригорают. Проверено максимально. Кстати, я могу вам вот это вот чисто предложить. Вот так вот положу пример обратно. Я вам могу предложить это все, скажем, рублей 300. И оно ваше. Видите? Для пишущих машин только. Вот такая вот палитра. Если надо будет там упаковывать или еще что-то. 300 рублей. И оно ваше. Далее. Помните вот этот мешок? Я вам говорил, там посуда, гляньте. Короче, тут тарелки. Там тарелок гора. Я вам сейчас достану именно вафельницу. Она новая. Главное, чтобы нам не разбить тарелки. Поняли? Вот так вот сейчас я вам достану. Вот она. Ля. Чуть-чуть только. Да, она новая, ля. Вот так вот беру. Видите? Вообще все в идеале. Была новая. Но она сейчас хорошая. Но я не знаю, будет ли она работать. Ее надо включить. Внешне она прям, ну вот как она есть. На ножках, все как положено. А внутренне нужно проверять через вход, через систему. Поняли? Так что, ну вот так вот. Вообще-то, здесь есть еще вот эта мелочь. Тут всякая мелочевка. Вот это вот, гляньте, не пригодилась. А там мелочь какая-то советская. Я ж не знаю, но надо будет глянуть. Там надо разбивать, а мне так неприятно, видите, бить ее. Там внутри много всякого-всякого. Вот это ж вы не видели. Это будет соковыжималка. Вторая соковыжималка. Все соковыжималка. А вот это, то, что хотелось мне показать, гляньте, навью. Видите, чуть-чуть протрем от плицы. А здесь я все-таки нашел такой, знаете, ненавязчивый сколик. Ну, то такое, знаете, на любителя. Оно может быть даже и незаметно. Вот он, видите? Вот такой вот небольшой скол. Его так особо и не видно. Он один. Так-то ваза вся в таком состоянии блеска. Если надо будет, могу презентовать на будущее тогда. Имейте в виду, мало ли вдруг кому-то как-то там понадобится. Сразу цинканите мне, кому надо. Я могу даже по блату договориться. Хорошо, покажу, чтоб не томить. Мало ли вдруг кто-то спать не будет ночь. А я хочу, чтобы каждый чувствовал себя легко. Видите? Вот так вот. Это настоящий бюст Ленина. Вот как он есть. Хороша, так красиво все. И сделано что грамотно. Здесь вот эти вот все моменты сделаны таким тонким и точным. Ну прям аж приятно смотреть. Видите, как умели мастера делать. Я подозреваю, это колкий пластик. Такая вот вещичка, она, конечно, дорогого стоит. Так что задумайтесь. Чуть-чуть пыльцу, видите, пыльца. Попротираем. Тут, ну, чтобы убрать, чтобы лишний раз у нас с вами в магазине не было там пыли, поняли? Ну, такого беспорядка.